Здравствуйте! Вы смотрите информационную телепрограмму «Новости района». Уважаемые друзья, наш сегодняшний эфир целиком и полностью посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В студии работает Натуся Кчмезова. К большому сожалению, в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, в этом году традиционные мероприятия, посвященные 9 мая, прошли в ограниченном режиме. Ежегодно 9 мая жители района встречают День Победы у мемориала павшим героям в годы войны. К сожалению, в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, в этом году традиционное мероприятие прошло в ограниченном режиме. Глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава Кашхабского сельского поселения Хазрет Борсов вместе с заместителями главы района почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной войны в память о погибших войнах. Уважаемые жители Кашхабского района, сегодня весь мир отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Разрешите поздравить всех жителей Кашхабского района с этим замечательным праздником. Более 7 тысяч жителей Кашхабского района ушло на фронт, более половины из них не вернулось. Практически нет семьи, которая не затронула горе Великой Отечественной войны. Сейчас, в наше трудное время, нам нужно всем объединиться. Я желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия. У нас есть пример наших отцов и дедов, которые, не щадя своей жизни, защитили нашу Родину. И их пример должен быть примером для подрастающего поколения. Уважаемые жители Кашхабского района, еще раз поздравляю всех с этим замечательным праздником. Здоровья, счастья, благополучия. С 1 по 9 мая каждый желающий смог украсить окна своих квартир и домов георгиевскими лентами, красными звездами, орденами и другими символами Победы. Создать свое окно Победы в знак благодарности в адрес ветеранов и тружеников тыла в память об ушедших на фронт родственниках смогли все, в том числе и Кашхабский район. На территории Кашхабского района стартовала акция «Окно Победы». Многие жители, в том числе работники культурно-досуговых и образовательных учреждений, активно подключились к всероссийскому флешмобу. В период самоизоляции они по-праздничному украшают окна домов и квартир рисунками и фотографиями. Рисуют памятники, ордена, георгиевские ленты, пишут слова признательности и уважения. Активными участниками акции «Окно Победы» являются маленькие жители района, которые своими руками создают символы Победы. Мы с мамой решили присоединиться к проекту «Окно Победы». Мы украшали наши окна, мы вырезали из цветной бумаги буквы, клеили на стекло. На моем портрете мой прадедушка Никодим Алексеевич Горбунов. Он родился в 1914 году, служил рядовым. В 27 лет он отправился на войну. В 29 лет он умер в городе Сумы в Украине. Мы до сих пор чтим его память. Не танцуйте сегодня, не пойте, предвечерний задумчивый час, молчаливо у окон постойте, вспомните погибших за нас. Там в толпе среди любимых влюбленных, среди веселых и крепких ребят, чьи-то тени в пилотках зеленых на окраины молча спешат. Им нельзя задержаться, остаться, и их берет этот день навсегда. На путях сортировочных станций им разлуку трубят поезда.
Окликать их и звать их напрасно, не промолвят ни слова в ответ. Но с улыбкой грустной и ясной поглядите им пристально вслед. Праздником Победы поздравлю всю страну, подвиг нашего деда знаю, помню, чту. 9 мая – особая дата, ее отмечает сердцем страна. Солдатом был прадед мой, знаю когда-то, горжусь своим прадедом, очень друзья. Май 45-го – праздник Победы. Мы победили, закончились беды, с тех пор миновали года, но праздник Победы с нами всегда. Низкий поклон победившим солдатам, те, кто не отдал страну супостатам. Слава и честь героям войны, гордимся мы вами, России сыны. Мы вместе с детьми подготовили вот такое окно Победы. Мы все очень старались. Этим была занята вся семья. Детки вырезали буквы, вырезали танки, которые символизируют, ну, наша победа, в общем. Хотела сказать, что это мой дедушка, не родной, конечно, но мы очень им гордимся. Ямпольский Иван Васильевич, полный кавалер Ордена Славы. Мы всегда на 9 мая с его портретом выходим к памятнику нашему. Но так как в этом году все отменилось, мы очень рады, что мы можем им гордиться рядом с нашим окном Победы. Среди сугробов и воронок, в селе разрушенном дотла, стоит зажмуривший ребенок, последний гражданин села, испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что уцелело от прошлой жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора, и наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в поповке, и за ребенка на снегу. День Победы не забыть, будем помнить, будем чтить. Это родина моя, не гордиться нельзя, подвиги родной страны веками помнить будем мы. Мы вспоминаем своих, ну, моих, получается, прадедов. 4 мы добавили в дорогу памяти. Вот. Остальных мы сейчас активно выясняем информацию о них. Кто-то пропал без вести. Ну, все фотографии у нас только в электронном виде, потому что сейчас нет возможности распечатать, поехать. Вот. Один герой у нас, прадедушка, получил орден Кутузова. Он участвовал под Ленинградом, «Дорога жизни» называлась. Вывозили людей из Ленинграда блокадного на грузовых машинах по Ладожскому озеру. Вот. Тогда и машины проваливались под лед, в общем, был голод. И он участвовал вот в этом, когда немцы оцепили, как бы кольцо взяли Ленинград, и была единственная дорога. Вот. Сейчас там на Ладожском этом озере стоит музей, так и называется, «Дорога жизни». Ну вот мы совместно с нашими маленькими детками решили украсить наше окно Победы совместно с детьми. И хотят они вот рассказать еще стишочки помимо этого. Жор, давай. С Днем Победы! Этот праздник с нами каждый год. Я хочу, пусть каждый день с нами он живет. Каждый день пусть согревает огонек внутри. Сердце пусть не забывает горести войны. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. Дорогие ветераны, спасибо вам за ваш подвиг. За то, что мы войны никогда не видали. За то, что вы жизнью рисковали. Дай Бог вам, ветераны, долгих лет. Дорогие ветераны, спасибо вам за ваш подвиг и за мир на нашей земле. Портреты митер сятез кусхазис хачриок. Ар минра сибгурат очрат урейхлесим кахо. Зао
заум кизиджахам псуку бухуину бжигар. Аш Кусха Азиз награда бэйя. Орденов Красная Звезда Зви Орарары. Медалев за отвагу Сталининграда. Ичи за победу над Германием Зви Орарары. Аш на мечхари айях. Заум псау кичижо. Аш сэллашу срагушху. Машбаз Исхак. Хамам. Зауаблячыгам сэсэш агаб. Вамарчг заум кичрэрис агаб. Чанама. Тшубхма ягу амака. Джигз насыгам сэхаку мэйчрэб. Чэлхэй мимаш ауэшагу набхам. Чанагалыгам угаму пичрэр. Усабыйуа ок забгу агаб. Топыши хуя укус харф агаб. Ягазым заум сэсэш агаб. Вамарч кызаым кичрэрис агаб. Чилэ хамаму тэч тамасха, тразу хагаб не пасжихам. Заум ипчэг шифаг. Заум ног сычафаг. Псыгодку сырр кайфа хычашам. Пахаж ужим нарьяга пшагу. Аш сыпхраплис чичилэль маачаша. У агатыр кухарачи сэллагух. Ахыр дыжгах, ахыр чижгах. Ачыбхам ахам афас отух. Эрзим ажим псриес хитах. Хлакончам хафау слаку естал. Непа заум сэс шиах. Война закончилась, и пушки замолчали, и годы сгладили великую беду, и мы живем, и мы опять весну встречаем. Встречаем День Победы, лучший день в году. Всего по Кашхабскому району более 7 тысяч жителей ушли защищать нашу родину на фронт, и половина из них не вернулась. Сегодня же, к сожалению, в районе осталось всего 4 участника войны и одна узница. В преддверии Дня Победы в районе также проходят и другие мероприятия. Это акции «Сад памяти», «Поем двором», «Георгиевская ленточка». Ветераны получат онлайн и телефонные поздравления от главы Республики Адыгея и главы Кашхабльского района. А уже непосредственно 9 мая пройдет онлайн-шествие «Бессмертный полк», а также планируется возложение цветов по всем обелискам района, в котором групповое участие ограничено 4 человеками. В продолжении темы. По всей России прошла сетевая акция «Жди меня, и я вернусь», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет, жди, когда уж надоест всем, кто вместе. Жди меня, и я вернусь, не жалей добра всем, кто помнит наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сидя в огне. Выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпьют не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. С каждым годом все меньше остается тех, кто пережил эту войну. Давайте вместе вспомним этих героев, ушедших от нас.
Сегодня страна празднует 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Хотя прошло более полувека со Дня Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений. Когда-то молодежь узнавала о подвигах своих отцов из первых уст и гордилась. Но не осталось уже во многих семьях ветеранов, которые рассказали бы о своей военной и послевоенной жизни. Однако память не должна исчезнуть, ее должны подводить следующие поколения. Но, к сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Давайте в этот день вспомним некоторых героев войны, ушедших от нас. Война – нет страшнее слова. Мы, кто выросли в послевоенном мире, не осознаем жестокого, драматического образа войны с ее пылающими, негаснущими на истерзанной и изрезанной земле и воздухе кострами. Нас надо учить памяти о войне, не боясь нарушить безмятежность юных лет. Ведь память – наша история. Каким будет взгляд подростков на нее, таким будет наш завтрашний день. Стерев прошлое, мы стираем будущее. Конечно, история войны писалась кровью, и чем дальше уходит время, тем спокойнее будут воспринимать люди жесточайшие ее факты. Но 1418 тревожных дней и ночей, что длилась Великая Отечественная война, навсегда должны остаться в памяти народной, в памяти человечества. «Сколько мук и страданий принесла нам война», – вспоминает и горько вздыхает Зинаида Степановна Альтовская, одна из тех храбрых женщин, которые добровольно пошли служить своей родине. После школы, после 10 класса поступила в железнодорожный институт в Новосибирске. Проучилась полгода до сессии. Голодно, холодно, я в тапочках. Трамваев не было, ходили пешком, а ходили 2 километра до института. Ну, я, конечно, ноги проморозила, вот это до сих пор все мне сказывается. Ну, и пошла я на фронт добровольно. У меня было 19, начало 20-го. А в 20 я уже закончила школу, это радиошколу, и ушла на фронт. «Было очень страшно, — говорит Зинаида Степановна, — жизнь каждого человека, находящегося здесь, висела на волоске. Но об однажды сделанном шаге она даже и не жалела. Чувства патриотизма, любви к своей родине были превыше всего». «Во-первых, мы все были комсомолки. Это во-первых. Во-вторых, же все время говорили, все для фронта, все для победы. Мы не доедали, мы не досыпали, мы рыли окопы, мы тоже все что угодно делали, лишь бы только немца не допустить и спасти свою родину. Что им может еще побудить? Только это. Патриотизм жуткий был, понимаете? Мы готовы, вот как Юлия Друня написала, ведь это не заслуга, а удача быть девушкой-солдатом на войне. Когда б сложилась жизнь моя иначе, как было б стыдно в День Победы мне. Вот. И мы никак не могли допустить, чтобы что-то делалось без меня. Только я там должна быть. Без меня каша не сварится. Все рвались на фронт. Или грудь в крестах, или голова в кустах. А что вы думаете, Зоя Космодемьянская? Она же тоже комсомолка была и тоже была патриотка. И ну, так получилось, что она попала в плен. Мы боялись плена, боялись. Потому что немцы над девушками здорово издевались. Я помню, когда говорили, выходили из окружения, значит, сначала идет авангард, потом идет рота и потом арьергард. Девочки все должны быть в арьергарде, то есть передовые части примут удар на себя, а нас более-менее спасут. И что вы думаете, я не хотела в арьергарде, я лезла вперед. И я добилась, что я шла вместе с солдатами в авангарде. Смелая была, боевая.
Молоденькая девочка никогда не падала духом, она все время шла вперед. Служила Зинаида Степановна наравне с мужчинами под Смоленском. Попала на 2-й Белорусский фронт, 974-е отделение батальон связи, 70-й стрелковый корпус. На 2-й Белорусский фронт попала. Ну, видите, как радисты, мы заменили мужчин, женщины. И нас было ни много ни мало, 800 тысяч женщин на фронте. Это, считайте, 800 тысяч мужчин взяли оружие и пошли на фронт. Ну, а мы что? Пока моя очередь дежурить, я сижу за радиостанцией, на этом, на ключе работаю, все, эфир слушаю, чтобы не выскочил какой немец здесь, чтобы засечь его. А как только сменилось, карабин на плечо, ложку за голенище, подсумок, противогаз и вперед из песни. Ну, все было ничего пока. Ну, что значит ничего? Иногда мы ходили небольшие, ну, 15-20 километров. А когда немец уже отступал, мы по 40 километров в сутки шли. Я помню свой первый, когда был налет. Нас как привезли, мы жили в землянке. Какая-то деревня, там военных, далеко от нас, километра полтора. Местность бедная, кустарник, март месяц, все развезло, жижа, снег, перемешанный с водой, страшно, нехорошо. Ну, приходит какой-то офицер и говорит, нет ли кого, кто умеет чертежным шрифтом писать? Я говорю, ну, я умею. Я же вот в училище, это в институте-то училась. И сдавала черчение, начертательную геометрию, и все. Я хорошо писала. Нам, говорит, надо там дислокации. Пойдемте. Ну, пожалуйста. Он договорился с командиром роты, меня отпустили. Вот до позднего вечера я чертила, что-то рисовала, подписывала, все такое. А через населенный пункт шла большая механизированная колонна. А в небе уже позднее. Уже темно. И пошел меня этот дядька провожать до дома, потому что надо было выбраться из этой мешанины и километр полтора пройти до нашей землянки. А страшно, потому что везде шныряли эти немецкие разведчики и шпионы и прочее. Идем тихонечко, он так посмотрел, говорит, ох, если сейчас немецкая рама засечет вот эту... Сколько здесь у нас это, техники. Тут, говорит, будет жарко. Только проговорил, как они налетели. Ой, как бомбили, как все горело, как рвались снаряды, как рвался бензин и все такое. Это что-то было невероятно. А я же первый раз. Ой, я плакала, я за этого дядьку уцепилась. Я голову воткнула ему в грудь. Ой, мамочка моя, при каждом взрыве, понимаете, страшно. А потом тоже попривыкли. Это сначала мы, как говорится, кланялись каждому снаряду. Снаряд летит, а мы уже упали. А потом уже стали соображать, этот к нам идет, а этот к соседям пошел. Зинаида Степановна Альтовская награждена многочисленными медалями, подтверждающие храбрость и отважность. Самая дорогая из всех ее медалей – это медаль за боевые заслуги. И после военного лихолетия жизнь Зинаиды Степановны была трудной. Без образования и работы ей жилось нелегко. Не специальности. Какая специальность? 10 классов кончили и все. Разруха, голодно, работы нет. Я поехала из деревни в Новосибирск, в город. Прописки нет. Не прописывают, на работу не берут. А на работу не берут, потому что нет прописки. Ой, сколько я мотарилась. Едва-едва добилась. Ой, а потом так, если ты идешь обедать в столовую и берешь первое, тебе кусочек хлеба вот такой дадут. А если первое не берешь... Не всегда же деньги есть. Чаще их не было. Хлеба не дают. Спали и мечтали хоть кусочек хлеба съесть. Не дай Бог.
Но не все же время страдать этой милой и жизнерадостной женщине. Поступила в речной транспортный техникум, после в техникум книжной торговли. После окончания на несколько лет проработала заместителем директора книжного магазина в Новосибирске. Помимо всего этого, у Зинаиды Степановны большой талант. Много лет она пела в хоре, у нее 150 песен собственного сочинения. Да и сейчас она не сидит без дела. В свои 88 лет Зинаида Альтовская выглядит прекрасно, как и в молодости, она и сейчас жизнерадостная, веселая, энергичная. Если бы все старики, которые есть на свете, ветераны, жили так, как живу я, у государства проблем бы не было, и тем более у них. Ну что я могу сказать? Вы же знаете, Оля у меня интеллигентная, умница, очень хорошо пишет стихи, руководит хором. Она же выучила себя в музыкальное училище, кончала. Хорошо играет на пианино, на аккордеоне, руководит хором. Вот и все. Вся моя теперешняя жизнь. Но я от нечего делать сижу. Что-нибудь сочиняю, что-нибудь ковыряюсь крючочком. И даже тогда, когда было очень плохо и трудно, Зинаида Степановна не расставалась с музыкой. Ведь это не заслуга, а удача – быть девушке-солдатом на войне. Когда б сложилась жизнь моя иначе, когда б сложилась жизнь моя иначе, когда б сложилась жизнь моя иначе, как было б стыдно в день победы мне. С восторгом нас девчонок не встречали, нас гнал домой охрипший военком. Так было в 41-м, а медали, так было в 41-м, а медали, так было в 41-м, а медали и прочие регалии потом. Халык заушкур за ухом кшега жау ашим угупшаху даху я гуғасу фронтовикхам. Артарыз, уашит хунар яфашаш. Аза умаш умсау хач жған фамж апхаш ап. Ахар арах немец ваши стиха кухам апсайым бляшху илля сипл ая за уағахар. Ахар за хазгата куағахар. Ахам шхач афа фамж умс уч уақтим гуш амтлеч иштеп. Зауа. Цафлепкам игас уч зинах махаджагу шим атхамч ауабы зихаль хуғаш а. Бзадь, жалим, кин. Жығу сабы ғуч алиғу нүбжич ағуя шашу ұхарап. Тек оныға шлапы құтфек оғы, зауымаш айым цыф миллион точым еқшіч өтінау. Илес точишра түфіра қуамия тек оныға қыздақығы, тамыч ағуашқы үлдеуізі уазауыма хаджым тиқаралығы қыфи хағыр жықызны сығамашы ғупшырап. Илес заудері зауым қытыға цыфқы нәпсі хағық, бөшечіқ, ауақыр анүбжі илес точиклем еқуғық. Нахабар сымач, зихетем тижифхари мачап, а уахар зача ина уагахляп арамафачам, халык заушкум тидзахам тек оно кышидахыгам махам рейна уезжах. Ахам заушиш кош хабли и чиледасау тек оно кыдахыгам ди ахашхаз хау афауна аскарби сахидуқам. Ицгоам шалжау аскарби ши анығам иқин розихиш а. Нубич ададау еба уарқанау, на тарбия датыға саби уынам шап о. Минры шабот очит уразра илясым аскарби кулиқум дзаши ханау маку. Кину мы шагун сажене у нас, видишь, особенно за сюквара кину сюквара. Мы забжага чугок дитя. Поуду сагунится сестаха раби, мистим гва. Почти Париж мгужу Ростов на шеса. Дитяком Париж пишешком чуно жвау. Урисим чулоче яджу хафабака. Ари шита горе катхот би фатхри, ар вакатри, абхавазиту хавазум габид дисакли хафабу.
Заоль набжич ами за урок чанахкино хфахоук хач жир Керченский заливом тит захар запрашка за хурарам. Офуа вахтам абшакрас хагар хаседа даушита бахак вадагар ал нахмиш ами зфейжагар зашагача. Фронтовикар ши за урогача пахам за урогух за печалахат урашагону таритача упча. This is the one Mr. Vasobinu Zatchik. Zatchik sa sabajitsa. Lichnu varashon organizovat his rabi uzniku i ahal zgamuna a sabajitsa. Abipso qelir yadik rakoshinchu fitu dokumentarita. Абисакатай. Да, абсессу, да дизводжа, 16 человек, в общем, абидах Аллаха, дай Бог я тяну. Дешь выдапся им гляжу залом и рукам, а скайби карабан, минера шаброд, очень трапся рейхи асимнес. Калил Симферополь, миши залу хазад, закот горан, минер ач ауа, ач их аквада. А скайби аж дежим ежми, фабшкарти шагал хуа. Последний мот, кетч, хусау ари, асабу абрема, асабу жени кетчи. Арат, мистар, ари ассану, ари ассану, Абы, по-моему, освободить царь, полный царь, мы же, кельши дамичу, сатмиска, сразу аличу хкун. Хвай царь, мчу хум хату за пираза, уже войску, кухану, ахарахать. Е, цухун. Самолет хачатами зухом, залухали зухом. Епс ош умуши мугурзов урагуш жирок хирач из запад аскарби. Фашистка гурах заочеч мхабаич инхау, аучапчурах. Советская цавхамязич нараин, ядь эбленарат хузунара, псэмбляж нарахар, шрозахаб. Шнэль парис зухомабы, зухлэгм. Хозяй, ты мстите, чухт, хача, тот анар, надо. Да, специально, тесс из хатар. Амиб, я чу девятый амиб, для регистрата. Девятый мотоинженерный батальон. Да, диокур, разминировать. Всем самиж тетхат. Самижир минировать цит. За кого сухча. Наступать цит сухча. А мистер самижир дараз гаур. Чидох, самижир чидох. Гокур яжитр дара. Раз минировать дож. Вот она пошла бы туша. Минер один раз в жизни ошибается. Один раз. За закушивай все, тебе уже не будет. Цеблянау за Уэллаханом Шизари Хагар Кеушхата ветеранам Брахат Хауи Ахар. Медаль за отвагу отечественно за Ошком и орден Ятонара степень Захара. Медалью за боевые заслуги Зифи Охара Мабрах Хазуч Хаухатлих. Гухач
Ахачна Ахмас Амилья с Харкуатака Ситиц Афхау Сашхозефетсоу Зао Милер Лист Зинау Чачахар Нахмач Амаху. Мейхля Сарпштема Кошхабля районам Зао Мхалежару фронтом Утарау Набгра Псукуту Кинежа. Ахар Тиши Сатья Хапау Тиупч Ажаху Та Непаранабжич Ахам Тиех. Непатикатан Зигух Шестунау Сазафайр Куаджу Лешапсней Чилядесау Альхо Мухарби Исхака Кумара. Ихляс Псукублим Нахимитау Мухарби Заум Ипча Усха Уха. Аши Габарха Уата Зухча Ветеранам Напсхарка Макон Хечара. Са Зашахуак 1926 году Лешапсней. Даже псинесу 7 классов Бажазуха. 7 классов Бажазуха, я уже затруднена, за урожай, за урожай, за урожай, за урожай, за 17 лет. 17 лет, Когда королевым же слабо хват войска гри, то тогда мобилизация чуть не выжар кайжаходу. То тогда мобилизация шаче, то тогда мобилизация скаку. Си возраст че, 17 лет схвати, хуйнен дорогом детям. Всех называть чарьевой. Саша, Саша, армавмир, наса, нас армавид нас собі, армавид лечили. Город, горе даже, Грузі. Там, а мы так рашли, город Хашуле даже. А мы рашли, город мы цах веры жали, шаху мать, даша Грузі. А мы, махуиш, махуиш, хунча, так изучать, даже танки изучать, даже. Орудия изучали, даже кони, шича, пушка, разрашивается, даже он. Ари изучали, даже и кадухи, мазишхау, даже. Занятым же у патрибовой, даже же, даже же. Желающий на фронт, выходи, жали. Ради уговор, зомби, хача, дурлады, хача, все это, как хочется, би. Получайте новое командирование, командирование, что рудат, себе. Все горжит, что вот, когда ты кир вот когда отцай зуби, армия дальше же, армия дальше же. И вот мы дали, а мы так дышим, за удар мы, ну, французы швали, дай бог, сейчас уже завозят. Кировград, Санкт-Заминск, вам где? Кировград, Санкт-Заминск, мы с Виталий Ядом, пленочка, а где французы швали? Це получається злічно, це получається танк, тяжелий танк. Йосиф Бесеронім, Сталін жив, тяжелий танк. Пушкіт, сварене з пулеметом, і це зверху держикатець. Ти зохан, зохан, повсяць, зомісвець, шелезвець, сіган, рогулець, левочця, зіван. Кировградський область, над Знам'янський, шландів. Шодом до Вахарі. Только, только село Глинск, жари, вот слышишь, освободить же, а это так, это пацанчик жил, а там не так, там надо, ох, пацанчик, надо умело, баню, а мы учимся, мы говорим, они песчаные же, и там хутор, хутор, кошак, жам, махуай, солдат, солдат. Немцам издеваться деша, жарить бабу, жарить, да, хоть зайти. А мы дичь, фронт, а он просто так, а это с боем. А мы дичь, что было, Александр Невский, говорю, Ариквашу, хоть на хутор, ну нахрен. Я покажу, что я фуку, что я не могу, да, я не могу. Под газой, под газой. Чорний лес чай мазгом не жахали, танкам же. Жахали, хоча в коні в хачкам їдяти. Коза так за жахою, щоб я не аджи, так може в такий воді. Ми направили нас на приведення на Польщу, Польща, на комчу, на Гагагур, Йогур, на Гагур.
освободить. Хоть я шага за улицу, запоминать пошагнула. Это время на это нет. Польшим дано, Польшим ведь Липецк, Польши. Вот это немедленно надо занимать, немедленно. Иначе у нас удача не получится. Ну что ж, Юрий, я зажал командир батальона из Савченко, из Лоханчевой. Значит, Альхаус, знаешь, что я в плохом положении попал, я войска у Армаша, Сухой-Маша, что мы делать? Я не знаю, я солдат, да, мне все равно. И она, да что, пополнение мещану, обижаю запас солдата. Здесь Маша, Каши-Рахов, Буча-Раши-Рахов. Сейчас первый украинский фронт и четвертый украинский фронт. Вот это же. Буша, у нас Рашина, Моча слабыми. Вот сам бабуна Ирим Девашина, уже Питашина. Я ходил, ну, Польша, Рашисум, Зухо. Она же, ну, а комиссарка ваша же, майор Морозов, жаль, командир батальона Гаугва. А вот же, да, Альхау же, опасное дело же. Мы захотели, опасно, опаснейшее дело. Получаю же немцы, хватаю же мочек, дадим же шельши. Как будем делать, я не знаю. Да. Тогда так будем делать. Я. Вот Арентин первый, вот отсюда до сюда, Арентин называется, и Кумитлера. А это у меня Кумитлер, Брвава. Вот это ваше распоряжение, же. Если вы пропустите хоть немец один, будете за это дело отвечать. И держать до смерти. Это необходимо, надо занимать вот этот лимит. А вот и гоши, гоши, чтобы... И значит, будем, значит, будет наступать немцы в 6 часов утра. Они пустят ракеты, после пустят. Ракета, они пойдут. Ждали танка, якута, куда-то оружие. 57-миллиметровая пушка, прямой выстрел, 700 метров противотанковый. Чего-то хотят, чтобы другого, чтобы другой, чтобы снаряд хотел в ногу, колпачок откручивать, чтобы солдат, осколочную, осколочную, бронебойную, бронебойную. Чего-то солдат сказал, там, да, жила, чтобы там воды. Войска нам годы же зову. А да, она под калибр не сорят, джали, мы обсудим, что за кар. А сорят, да. Я когда машины идут ваши, а отрасли. И да, они разжал, как мы не помним. Альха уже, объясни же вашим этим ребятам, что в 6 часов будет ровно наступать немцы и держать никуда не жал. Ни один шаг не занял, только погибающий. И Данаржия. Два человека пусть отдыхает, а два человека пусть ход вокруг них их сохраняет. Потому что немецкая разведка входит в куку. Не спать, не спать, не спать, не спать, жай. На здесь солдата куку за жизнь жай, жай. Хумай делал того. Стану его без 15-6 сва. Просто начал восемь, да и апта зачудить. Хазр хвал бле, фават. Да, да. Ничего, я уже. Все будет порядок. Немцам тапу учу жинар кейна хуғами тичуб қадғау нәжин тфізаш өйчағы еу ветеранам. Хазабу кейна у барзы пхырычығар пейім ешік хам әнілечіғап шөпшқар тейшағы ұмхарби госпиталим чалла. Несколько огневые точки Казауака. Казауака ұшқым ари под калибрын стоялда сенед мағай жар. Абжа дуры, дуры, сәзірады варей.
чи заряди жиги. Шаш там, ту я учась, зі мову вишистому. Недавно розвана вона хвилина, ми заходи, вахуші всінші саби, говорили, да, да, аксесор, Rochon Scuda, sur chez toi, il m'a dit, mais je suis comme une dame, mais Rochon, je suis ici. Parle aussi, c'est ça. C'est ça, si tu me vois, je me vois, c'est ça. Moi, c'est pour ça, je me dis, ma héros, à deux, tout le reste, je me dis, ma héros. Dans ce si j'en, ce que j'ai. Il y a dit, Abrahamov, c'est si j'en, Abrahamov, c'est si j'en. Dans ce rapport, c'est si me dis, Je me suis dit que je suis un peu de mal. 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 Je suis un Мен президентім, осы еп қожы міндетті, лізап бұлаға бұлаға, арма ғойдет, бұлаға, мұлаға, мұлаға, мұлаға. Знаете, бандечка, пожалуйста, сэсэм, что тебе пить нельзя будет, я тебе с ней буду, пососите. А потом пройдет, чудо в сантре, утро до машины. Есть ранение, а в лесе шагал, 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 сам же дондечек. Есть я стричь, здравоваться, чтобы я уже 8 дальше. Зовут первый этаж, чтобы можно было. Молодой хирург, саней наш, отдай Дабдей. Помойте вот этого солдата сейчас, и давай на второй этаж на операцию, быстрее же. Сахарский придет, взглянет, мимо шаг. Она пошла, мам. Федерал Хайзо бил как бы бихирюжу. Мы с колси сейчас обвиняли в комиссии. Но держи, солдат, чей. Я говорю, мой худ, да выражу, мы загорожу, да хинсу. Да, ну, я хочу, я говорю, да, не сихам, ага. Я ничего, ничего, солдат, захотел, хабы, даже я, да, нахрен, да хинсу. Мне кажется, что хоть сейчас ардет закончил, я не могу. Я говорю, 45 дней жили в больнице, в госпитале. А мы 45 дней уже жили, комиссии США специально проверили. Годно он, негодно для дальнейшего действующего фронта. Вот он говорит, мальчик, что он сказал, мы забжем, а вот он не так просто, он попал. Вот обшина, он сказал, что даже он немца. Она говорит, что я не хочу, что я не сия, я не сия, вот я как бы Сейчас есть оборона сильнейшая губа. Оборона сильнейшая губа была бы, его дядя обвинена сильнейшая земля была бы. Сейчас я говорю, я уже был такой же, река на Енисейде, а бы его обрыв, когда катался, так дальше, а бы еще так дальше, и она такая же, мы все так, а вот, не хочу, что хочу, не хочу, что я чекать себе. Тигли стоянам кич се бркеу бркеу разеби. Дана ахоло кача. Река не асобежон. Следующие города даму. Следующие город даме. А псы река дама же ёже. А город ви дама же же дама деды. Вот это взят, а там пойдем сами же. А мне тоже кое-что приказ. Солдаты, офицеры, спасибо вам, я вот он я. Вы завершили самые эти невыносимые, которые оборону держал немцы, разбили
все возможные сделали возможно. Был уничтожен эти ненецейские палачи. Спасибо вам, войскам, первый украинский фронт, принимавший участие, в том числе Ольхаов, вам принимали участие. Поздравляю. Я готовлю. Немедленно, несколько танков и самоходов, давай быстрее. Катюша, давай сейчас, мы сдаём, Смотрите, не спать, охранять, проверить снаряды, все досконально, смотрите. Говоря, ух, собираем, где же зугрыз, я ухи. Говоря, мы затру. Заново напряжали. Значит, завод духа, вообще духа. И, значит, своим ходом Львов в горы нажали. Своим ходом. Ну, танк, три камни. Машинисты заглянули, дадим же двое, любого двое. Теконар, когда хаук зигазежми, мухарби офсапами уха. Сидит два года. Президент пока спорту. Да, она просто, а мы его сгожали, ветеринарный фельдшер с шейчами. А просто духа, да, они заочно сжигают, чтобы там снега духа. Колхоз, знамя коммунизма лежуем. А 50-м же зала, джиноба нас пенсием сгвали, сбежал с рукой. А бы нас все сдержали колхозом, главный ветврач и заведующим Личепсинским ветеринарным участком. Мухарбиры из Хагусо, Жентус Ханра, Ильяс Тодж, Шимьеху за Дагас А, Чалера Псашара за Дапо, Ильяс Шеч, Мьеху, Жентус Хан, Лешепсне и Джапом, Чалера Гаджу Шилежа. Бенит диету. Зараз 51 года без какой школы.
учителер мазот, я атакам. Физика, математика, Джесуахари. 33 года проработала на этой работе. И ушла на пенсию. Жандусхан Ригаджахам Зауашиш Куаджау Лешепсина ветеранхам я советы председателю Шиша Биталь. Мы с любимой учительницей, мы с Ригаджавом Мизраду Нитиджи. Мы били Ригаджавом Куаджам Дестеулик Абугайма, Зимаку и Шахупшак Маку, Дизупу Ватлаву Шашимир. Дакагуры Дуртлаву, Дизупшак, Аук Зоуа. Мы с мнежу, кое слабо хвачек, да чужим нахше командиру дияр мра. Раши, че тукури жилери, и че хохлапва, и че хохлапсаха, вузин чужири кванче жилем, яга даху жилер, яга лапу кчашатыни. Мы любимы учительницы, квадра-квадра, жихвами дэхэдзу кожирицы дяфейтыни хуш. Дара Бушху. Сади, сибиним воду в золотах. Дарохов, рогопаху, камасокупа. Тафаша о Мухарбире Жандусхан Рапсауна Патаяо, Ядунай Мамрау и Лесиша Козадарос Оно. Мы должны помнить о великом подвиге советской женщины в годы войны и в годы мира, как велики ее заслуги перед Отечеством. Наши хрупкие, стройные, еще совсем юные девочки вместе с мужчинами били врага. И несмотря на все невзгоды, страх, боль, потери, они выстояли, выжили. Перед нами пример мужества, бесстрашия, веры и надежды Клавдии Ефремовны Радченко. В те далекие от нас годы войны была юной девушкой, воевала на фронте, как ее многие сверстники и подруги. Нас попала 105-я. Управление это Черноморской группы войск на севере, Чернокавказе, Новороссийск, Геленджик, Сочи, вот там я была. Там была и шахвер, и повар, и блиндажи, дзоты, пулеметные огневые точки все делали. Все горпокамись понастроили, наделали немцев, согнали уже, выгнали в Праг. Тогда уже нас отпустили. Уже досталась, наколотилась свою жизнь, не видела просветлого дня в своей жизни. Клавдия Ефремовна имеет немало наград и юбилейных медалей. Она дорожит ими. Часто вспоминает военные годы. Это была ее молодость, и мало хорошего было в то время. Женщина-весна – лучшая половина человеческого рода. Женщина – это мать, воспитывающая добрых дочерей и сынов. Жена – бережная, хранящая семейный очаг, любящая сестра и подруга, коллега и товарищ, вдохновляющая своей энергией и умом. Именно женщины делают этот мир добрым и прекрасным. Сегодня женщины могут владеть почти любой профессией, но в то же время они продолжают оставаться хрупкими, ранимыми, обаятельными, одним словом – любимыми. Уходят наши ветераны. Уходят в вечность, в никуда. Уже их не тревожат раны, не давит тяжестью года. Уходят, строй свой пополняя, не на земле, а в небесах. Уходят, дух свой оставляя, и память вечную в сердцах. Как пол Европы прошагали в войне избытых сапогах, как стук их эхом оставляли и слезы счастья на глазах. Чеканя шаг под звон медалей и на подушках ордена, а в книге памяти оставив свои святые имена. Уходят, сердце оставляя, влились в один бессмертный полк и всем живым напоминая победой праведный итог. Они до сей поры с времен тех дальних летят и
Шхабльский центр народной культуры организовал онлайн-концерт, начавшийся с момента возложения к обелиску павшим. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Насыпь шау за манзаджами, ты пахи.
Просто война, это просто разумка.
Работники Дома культуры села Натырбово также в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали замечательный онлайн-концерт. Thank you.
перед боем тихие теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, небо обрушилось, солнце не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые, нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили мы с тобою, помнили имена герои свои. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Губами темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь
надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. За все спасибо, добрый друг, за то, что был ты правду другом, за тот медовый травах луг, за месяц тоненький над лугом, за тот медовый травах луг, за месяц тоненький над лугом. За то селенье над рекой, куда я шла, забыв про усталь, за чувства, ставшие строкой, за строки, вызванные чувством, за строки, ставшие строкой, за чувства, вызванные чувством. За нити звонкого дождя, пронизанные солнце светом, за то, что даже уходя, ты все же был со мной за это, за то, что даже уходя, ты все же был со мной за это. За всю тебя благодарю, за блеск реки, за скрипу ключин, за позднюю мою зарю, на миг прорезавшую тучи, за позднюю мою зарю, на миг прорезавшую тучи. За то, что мне любовь твоя была порой нужнее хлеба, за то, что выдумала я тебя таким, каким ты не был, за то, что выдумала я тебя таким, каким ты не был. Thank you.
Прошла война, ушла за повороты. В чехлах стоят гвардейские знамена, и жизнь, и время движутся вперед. Остались только 20 миллионов. Остались в поле брани навсегда. Легли живой дорогой у победы. За нас легли, за тем, чтоб никогда нам этой боли в жизни не исследовать. И память нам покоя не дает, и совесть нас с тобой частенько гложет. И 30 лет, и 300 лет пройдет. Никто у нас свою забыть не сможет. Сражались наши сверстники уже, каждый в личном блиндаже, ну а мы с весной в душе задержались. Хочешь плачь, а хочешь пой, нам все реже снится бой, и все медленнее строй ветеранов. Фронтовые сотню грамм, внуки с правнуками нам в майский вечер разольют по стаканам.
за тебя бред число. Выпьем всем смертям на зло. Волчьи стаи пусть года идут по следу. И за мир в немирном мире, и за Т-34, за Катюшу, за победу. Груз за разорванный союз. Где тут минус, где тут плюс? В самом деле молодые, как в кино, перестроились давно. А кому не все равно, не успели. Кто сражался, тот поймет. Не за льготы и почет, за отчизну и народ били гада. Славу точно заслужил тот, кто голову сложил, и сегодня нам за них выпить надо. За тебя бред число, выпьем всем смертям на зло. Волчьи стаи пусть года идут по следу. И за мир в немирном мире, и за Т-34, за Катюшу, за победу. Выпьем всем смертям на зло, волчьи стаи пусть года идут по следу. И за мир в немирном мире, и за Т-34, за Катюшу, за победу. За девятое число выпьем всем смертям на зло, волчьи стаи пусть года идут по следу. И за мир в немирном мире, и за Т-34, за Катюшу, за победу. Девчонка, что мечтала о любви. Где же та калина? Где же та рябина? Где же та девчонка, что мечтала о любви? Пробежали весны, пролетели зимы, выложив свиданий разлук холодный лед. Только та калина, только та рябина на ветру качается и нашей встречи ждет. Только та калина, только та рябина на ветру качается и нашей встречи ждет. Прошедшее сумеет воскресить. Нежная калина, нежная рябина.
прошедшее сумеет воскресить. Все мои печали пусть проходят мимо, жизнь берет свое и снова замыкает круг. Расцветет долина, расцветет рябина, расцветет и сердце, было бы рядом, милый друг. Расцветет долина, расцветет рябина, расцветет и сердце, было бы рядом, милый друг. Расцветет и сердце, было бы рядом, милый друг. Поздравляем с Днем Победы! Неба мирного, добра, растворятся пусть все беды, больше не придет война. В майский день большой победы мы желаем мира вам, счастья дому и соседу, близким всем и всем друзьям. Победы, как он был от нас далек, как в костре по тушам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на весах. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на лесах. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на лесах. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!